Вот в Армянске достроили дома, уже поставили детские площадки, забетонировали дорожки, положили плиточку. Вот так это выглядит. А сейчас я еще хочу показать, у нас новые площадки в городе в Армянске. Поставили спортивную площадку возле детской спортивной школы. Лена, да. А вон там, смотри, еще одна площадка. Ух ты, мама! Да, вот так вот обновляют у нас площадки детские. Вот здесь ее никогда не было. На месте пустыря сделали вот такую красоту. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. По всему городу прям обновляются детские площадки во дворах дополнительно. Мам, наш детский сад там. В скверах ставятся какие-то площадки в свободных местах. Приятно посмотреть. Как хорошо молодежи и детям. Мама, там детский сад наш. Да. С этой стороны вот детский садик. Конечно, супер. Блин, мы в свое время только мечтать о таких площадках могли. Тут и футбол, и баскетбол. Но еще делают ее. Ее еще делают. Покрытие такое интересное. Тут же сиденье для болельщиков. Блин, ну класс. При том, что недалеко здесь, вот за школой, я в другом видео показывала, что есть детская юношеская спортивная. Стадион. Вот. Лена! Лена! Опа! Мама, я вниз головой! Коттедж! Ты называй меня коттедж! Иначе хуже будет! Я говорю о коттедж, я не тебе говорю. Но все равно хуже же с тебе будет, если назовешь меня коттедж. Лавочки. Мама, тут что делать? Давай,
Вот такие изменения.